歯を競っておる。一人は秀吉様を継いだ石田三成殿、もう一人は我が主君徳川家康様。わしは家康様から西国大名たちの調略を任され、この九州へ参ったのだ。ウィリアム、近頃巷には魑魅魍魎が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば、調略の好機となろう。案ずるな。あやかし騒ぎを追えば、お主の仇も現れよう。まずは、家康様に近しい隣国、豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。Всем привет, меня зовут Артур, мы продолжаем страдать Нео. И смотри, здесь действительно есть своего рода открытый мир. Карта, по которой мы будем, судя по всему, продвигаться. Я уже успел здесь немножко полазить, просто чтобы разобраться, что здесь к чему, потому что здесь столько деталей на самом деле. У меня просто... Я просто в замешательстве на самом деле, потому что последний раз столько деталей было только в какой-то онлайн-игре, в которую я играл, и все. То есть, серьезно, чем дальше, тем эта игра все навручнее и навручнее. Это просто невероятно. Грубо говоря, чем дальше, тем она мне нравится все больше и больше. Но разбираться нужно очень серьезно. Смотри, вот этот по бокам туман войны, скорее всего, он потом разойдется. И, возможно, откроются новые провинции. Но пока что нам доступна только область Кюсю. И здесь, смотри, здесь есть основное задание. Два основных задания, которые отмечаются красными талисманами, я так понимаю. Это 12 уровня как раз под нас, и здесь 5 уровня, слабенькое задание, я так понимаю. И есть побочка. Побочки, я думаю, нам нужно выполнить будет все, какие будут, просто потому что за них дают как минимум награды, и мы сможем таким образом хотя бы прокачаться. Здесь есть еще начальная точка, здесь, я так понимаю, можно, смотри, можно сходить в свой инвентарь, сходить на додзё, ну, в смысле, тренировки. Кузнец, святилище, короче говоря, это то, с чем я сейчас буду разбираться, ну, наверное, за кадром, потом вам расскажу, потому что там очень много всего. И самое интересное, что меня больше всего привлекло, это сумеречные задания, самые серьезные здесь испытания, насколько я могу судить. Смотри, здесь уровень задания 100 уровня, катастрофа, зловещая пещера 20 уровня, уже что-то, и смотри, сколько за нее дают, за это задание, вот даже за это задание дают 200 тысяч, почти 200 тысяч, просто монет, и... Сколько там? Почти 110 тысяч амриты. Это катастрофа. И вообще всего на карте 225 кодома всего можно найти. А мы нашли 6 все-таки. Я думал, что нашли 5. Точнее, нам показали, что мы нашли 5, но мы нашли 6 все-таки. Хорошо. Это, кстати говоря, те самые задания, про которые мне рассказывали, что если я их увижу, то чтобы я на них не шел, и по идее это должно было сработать наоборот, я должен был наоборот заинтересоваться и сходить на них сразу. Но вот на это задание можно будет пойти, да, но на это задание сейчас идти нельзя, по крайней мере, пока мы не хотя бы там до какого-нибудь 50 или 60 уровня не дойдем. И то, нужно сейчас очень сильно переосмыслить наше оружие, броню и как минимум прокачать навыки, которые у меня там накопились. Но я хочу сначала сходить на додзё. Но вот это мы уже, по-моему, проходили, то есть основное управление, применение, вот только вот это не проходили. Путь ниндзя, потому что за это, видишь, за это дают одеяние шиноби. Мне за это задание не давали ничего, но я думаю, что это пройду сейчас для себя, потому что это просто обучение. Ладно, погнали. О, Ильям, ты здесь. Если хочешь, я могу обучить тебя пути ниндзя. В меру моих скромных способностей, конечно. Я знаю, ты силен, но скоро тебе предстоит встретиться с врагами, атаковать которых в лоб безумие. Ниндзя же наносит удар из-за спины. Наш конек — полный контроль над битвой. Изучив наши техники, ты станешь куда сильнее. Он ниндзя. Я тебя понял. Кстати говоря, Хаттори Ханзо... мне кажется, что это тот самый... незнакомец, который пришел в ту деревню
и навел бандитов туда, потому что, помните, мы нашли труп, который, у которого последние мысли были о незнакомце. А это единственный незнакомец, скажем так, странный незнакомец, который нам там попался. Хорошо, ладно, давай. В общем, я немножко здесь поразбирался, и смотри, что я нашел. Получается, у кузнеца, я так понимаю, можно сделать... Здравствуй. Кстати говоря, с ним можно просто переговорить. Но все, что он рассказывает, это просто... Ну, я могу немножко узнать подробнее о том, что она вообще из себя представляет. И тут, на самом деле, очень много всего. Во-первых, мы можем разобрать вещи. То есть, помимо того, что мы можем принести вещи как подношение, получить за это амриту. А амриту, соответственно, мы можем вкачать в уровень. Мы можем еще разобрать вещи на составляющие для того, чтобы потом ковать новые. Но тут получается тоже есть такой нюанс с этой ковкой. То есть, вот сейчас я вам покажу. Это, по-моему, не то. Вот, ковка. Получается оружие. Если я хочу у Тигатана Бидзенден сковать себе, видите, здесь есть процент того, какая мне выпадет, то есть обычная желтая, синяя или фиолетовая. Тут, кстати говоря, да, редкость получается синяя лучше, чем желтая, хотя я привык к другой градации, но тем не менее, ладно. к этой я тоже привыкну. Хорошо. Получается, тут куча всяких материалов нужно, чтобы создать себе новое оружие. И эти материалы, получается, я так понимаю, либо путем разборки вещей, либо, может быть, они будут выпадать, но, похоже, самое лучшее, это если я буду их разбирать. Соответственно, чтобы получить какие-то, я так понимаю, какие-то материалы фиолетового уровня, мне нужно разбирать фиолетовые вещи, видимо. Короче говоря, пока что я не нашел, что тут такого себе обысковать. Вот, допустим, кусаригаму можно было бы, и был бы какой-то шанс того, что нам выпадет что-то хорошее, но и у нас и так все неплохо, на самом деле. Вот, допустим, может быть, попробовать там ахаганы использовать, может быть, выпало бы тогда синее, но черт его знает, не знаю. Хочется фиолетовое оружие, конечно, но шанс невелик того, что оно сейчас выпадет. И можно сковать себе инструменты, это талисманы, которые можно будет использовать просто, чтобы зачаровать вещи, я так понимаю. Ну, мы используем как раз ниндзюцу подобное. Будем продолжать его использовать. Кстати говоря, надо использовать ниндзюцу не на огонь. Я сейчас объясню, почему. Можно, кстати говоря, сделать слияние. То есть можно выбрать, допустим, это оружие и ему подобное, другую кусаригаму. И тогда я получу либо повышенную атаку, возможно, получу какие-то эффекты, но там я пока что еще не разобрался, как конкретно это надо делать, как правильнее это делать. То есть маленький уровень с более высоким уровнем сливать, и тогда я получаю что-то. Просто я пытался слить броню, не получилось нормально это сделать. А, кстати говоря, ну-ка. А, банан. Чертова кабута, я его терпеть уже не могу. А, слушай, я могу использовать кабута и слить его с этим не могу. Почему? Потому что я не знаю почему. Но зато у этой кабуты, смотри, у нее поднимается уровень, то есть у нее 6 уровень, видишь? А если я солью с вот этим, то в результате я получу кабуту 11 уровня и повышенную защиту. И при этом получу дополнительные, видишь, эффекты, допустим, на жизнь плюс 11. Круто. Довольно круто, я подобную механику встречал в онлайн-играх. Это довольно классная штука на самом деле, не знаю, как, насколько она здесь будет полезна с механикой Dark Souls в данном случае. Так, и можем сейчас здесь сменить стиль, то есть если мы выберем, допустим, вот эту броню и возьмем вот этот шлем, то выглядит он, по идее, будет... Вот этот шлем мы будем носить, но выглядеть будет он как вот этот, я так понимаю. Короче говоря... Я уверен, что волосы, я так понимаю, здесь играют какую-то духовную роль, поэтому волосы здесь будут у нас как, скажем так, как источник получения какого-то, этих самых, господи, каких-то очков, навыков, я так понимаю. Так, хорошо, дальше. Правда, не знаю, чем она конкретно будет заниматься. Ну, короче говоря, потом разберемся. Разборка, да, разбирать могу вещи, это понятно. Покупка-продаж. Я, короче говоря, продал все, что у нас было. Оказывается, у меня еще в ящике лежали вещи с той башни, с которой мы сбегали. Я их тоже туда забрал и продал. И я одел на себя, я, может быть, об этом пожалею, но я одел на себя одеяние шиноби. Оно, кроме разве что перчаток, перчатки мне не выдали, к сожалению. Перчатки и ботинки мне не выдали, поэтому я оставил те, которые у нас были. Они легкие. Все, что я подевал, все легкого уровня, кроме ботинок. Просто все остальное мне как-то не особо понравилось, но... И тут к тому же эффекты неплохие, но мне пришлось немножко подкачаться под это дело.
Вообще не знаю, я просто не уверен в том, правильно ли я поступил, одев на себя легкие вещи, просто потому что они достаточно херово защищают, но я посмотрел, из того, что у меня было, они защищают, в принципе, примерно так же, как и тяжелые вещи, только при этом они сильно мне... сильного штрафа на Ким не наложат. Ага. Так, и все, в Дадзё я решил выполнить все задания заново, просто чтобы потом к ней не возвращаться. Я хочу, чтобы мне везде стояли галочки. Это мой перфекционизм. Мне везде должны стоять галочки того, что я это все сделал. Так, святилище, мне сказали такую вот штуку, что... Да твою дивизию, ненавижу эту вкладку, серьезно. Так, призвать гостя, соответственно, играть в сети мы не можем. Причина? Причина, потому что игра дорогая. Вот и все. Для меня она дико дорогая, уж извиняйте. Так, дальше, получить благословение кодом. Вот здесь мне сказали, что когда я получаю нового кодом, то мне нужно ручками отменять одно благословение и ставить его заново, но я это сделал, честно говоря, нигде здесь не написано, что мне нужно так делать. Поэтому я думаю, что все-таки у меня сейчас 10% шанс выпадения эликсиров есть, а не 5%, потому что я даже отменил и применил, ничего не поменялось. Все вроде бы, все должно работать. Так. Вроде как все. Что у нас с уровнем? С уровнем у нас 16 уровень, и смотри, это катастрофа какая-то. Оказывается, все эти пункты, они так или иначе нужны, потому что сила духа непосредственно влияет на ки. То есть это единственный пункт, который увеличивает нам ки. Возможно, а ки нам важно на самом деле, хотя оно будет не так важно, если мы будем носить, наверное, легкие доспехи, потому что тогда штраф на ки у нас будет накладываться не такой сильный. И при этом не нужно будет тратиться именно на этот пункт. Хотя до десяточки я бы, наверное, его прокачал. Черт его знает. Я еще подумал так, что если нас убивают быстро с тяжелой броней, то в принципе какая разница. С легкой броней нас будут убивать, наверное, примерно так же. Поэтому так я, по крайней мере, не буду получать штрафа на ки. По-моему, мне что-то подобное рассказывали, если я не ошибаюсь. Давно было, больше недели назад. Короче говоря, пока что походим с легкими доспехами, а там будет видно. Если я буду сильно страдать от этого, потом еще переосмыслим это дело. Но у нас Косаригама, она как минимум подразумевает легкий стиль сражения, правильно? Так, на складе у нас нет ничего. А, у меня есть, кстати говоря, эликсиры, которые я могу забрать с собой. Я больше не могу с собой ничего забрать, потому что я сюда все позабрал. Я позабрал сюда камушки, эти стрелы, короче, все, что сюда было. И, кстати говоря, мне нравится этот внешний вид. Неплохо. Можно будет его даже залучить. То есть использовать потом на каких-то более высокоранговых вещах, использовать вот этот внешний вид этих доспехов. Неплохо. Согласитесь. Хорошо. Давай вот что мы сделаем. Я не хочу сейчас идти на основное задание. Вообще, мы спешить никуда не будем. Серьезно. Игра очень длинная, и я буду играть в нее очень неторопливо. Я не знаю, стоит ли вам, конечно, показывать... Стоп, а здесь галочка стоит. Ай, потому что мы здесь были, и мы выполнили это, понятно. Поэтому я получил за это мушкет, да? Смотри, здесь было всего 9 кодома. Вот она как. Я не нашел 3 кодома где-то. Хорошо, мне надо будет еще сюда вернуться, доискать их в любом случае. Здесь нет кодома, поэтому пойдем сюда. Мне казалось, что все нанятые иноземные купцами бандиты истреблены, но, видимо, я ошибаюсь. Кое-кто из них все еще на свободе, и местные жители в панике. Уильям, ты весьма умело расправляешься с демонами, не поможешь ли на этот раз людям? Оставшиеся в живых бандиты – жалкий сброд. Разделайся с их предводителем, и они разбегутся на все 4 стороны. Давай! Ага, смотри, это мы, получается, вернулись туда же, где мы были. Только нам теперь нужно разобраться с этим сбродом, который здесь остался, да? Вообще, сейчас сделаем так. Я хочу проходить абсолютно все. Торопиться нам некуда. Я вообще не особо люблю торопиться, на самом деле. Мы будем игру изучать вдоль и поперек. Я хочу... А если я вернусь на корабль? Я хочу здесь пройти все, все, что предлагает игра. Хочу в ней разобраться полностью от и до и стать чуть ли не мастером. Хорошо. Поэтому будем... проходить все дополнительные задания, даже если они не будут играть никакой роли. Давай-ка сходим сюда, посмотрим, что здесь. Здесь даже что-то есть, между прочим. Ух ты, блин. Так, Косаригама, будем... Хорош, будем изучать Косаригаму. Прекрасно. Твою дивизию, ты засрал мне мое кимоно в кровь.
А я ж надеюсь, она потом смоется, да? Хорошо. Ну-ка. Харакудама. Но беда в том, что я не знаю, насколько интересны будут эти дополнительные задания. Мое желание пройти их полностью, это понятно, но будет ли интересно их показывать вам? Вот сейчас мы узнаем, насколько интересно будет это задание. То есть, если оно будет... Тихо, родной. Если оно будет не особо интересное, то... Я думаю, что... Я буду их выполнять за кадром. А если здесь действительно что-то такое уникальное будет происходить, допустим, интересное сражение с самим... По-моему, там сзади беда. Ага. Если тут будет интересное сражение происходить именно с... Хорош. Тихо. Господи, как его? С главарем деревни, то я буду вам показывать, соответственно. Хотя, на самом деле, я думаю, есть смысл показать вам все-таки все задания, потому что я думаю, что вам будет тоже так или иначе интересно. Тем более, говорят, что их... Я, кстати говоря, знаете, что не сделал? Я не... А, дайте бензин, он круче нашего. Отлично. Хидзеируи. Ну-ка. Вообще, не знаю, я в диком восторге от этой игры. Она мне прям очень нравится. Так, 143. А почему... Подожди, про слава, урон при... Уронки при сильном... А почему она считается лучше, если же она практически равна... А, да, я, кстати говоря, у... Кстати, смотри, как сделано кимоно. Мне очень нравится. А, видишь, там даже... Как вроде бы, ну, волокна видно, короче говоря, у него как оно пошито. Хотя, я уже понял, что 100 гигов здесь занимает далеко не графика. Графика здесь достаточно посредственная, но... Не знаю, давай пока походим с нашим. Тем более наше синее. Короче говоря, 100 гигов здесь отнюдь занимает не графика все-таки. Здесь... Игра очень навороченная оказалась. И все эти навороты, вот именно они занимают все это пространство, я полагаю. Мне вот интересно, здесь на этой миссии нету Кодома, но по сути это та же самая локация. Я, кстати говоря, могу ведь по сути не убивать их всех, верно? Мне надо только добраться до главаря. Смотри, я не могу его почему-то ударить той самой атакой. Она, наверное, знаешь, как у меня работает? Она работает на силовой стойке. Я просто на этой локации, я знаю, что я пропустил несколько моментов. Например, можно было вот оттуда сверху спрыгнуть. Я так посмотрел просто, когда монтировал серию, я увидел, что можно было спрыгнуть. Я могу в дом это зайти? Могу спрыгнуть на крыше дома, и там вроде как даже что-то есть. А для чего вот эта пристройка, интересно? Так, ну-ка, тут уже открыто будет, я надеюсь, нет? Да. Угу. Ну да. У меня же нету для этой атаки притягивания, ну, в смысле, для силовой стойки, это плохо. Тихо, родной. Нет! Тварь. Да, получается, эту атаку я могу провести только находясь в силовой стойке. Это плохо. Это плохо, поэтому надо будет знать, что сейчас делать. Так, во-первых, надо подлечиться. Здесь закрыто. Угу. Так, надо быть внимательнее. Но кода мы здесь нету, поэтому, в принципе, не суть важно. Тут главное собрать все вот этого дела. Не пропустить. Угу. Короче, смотри, надо будет сейчас вот что сделать. Надо будет в навыках прокачать вот то, что мы сейчас можем, допустим, делать добивание с силовой стойки. Сделать так, чтобы можно было это добивание проводить в любой стойке. Сейчас только надо будет найти какое-то место такое, чтобы стать. Денег довольно много. Поэтому я решил, что продавать... Зараза. Так, будем осваивать кусаригаму. Это очень надо.
Мне кажется, что если я ее освою хорошо, то, возможно, потом с боссами проблем вообще не будет. Но я не уверен. А нам вообще надо подняться... Ага, нам надо прямо в домик этого... Знаешь что, мне кажется, что эта миссия будет не очень длинная, ко всему прочему. То есть я имею в виду, что достаточно будет просто добежать до... До домика... Домика главы деревни. И там просто разобраться с этим ублюдком. Получи. Хорош. А нет, смотри, я могу проводить эту атаку в свинестойке. Хорошо. Так, это граната. Честно признаться, я на самом деле недооценил немножко игру, и за это она меня в предыдущей серии наказала довольно сильно. В какой-то момент мне показалось, что... я вроде как неплохо в ней сражаюсь, и в итоге подыхал там очень много раз, поэтому я решил, что... Надо эту игру воспринимать более серьезно. Ага. Так, подожди, мне не нравится. Мне не нравится то, что у меня сейчас 8 навыков на путь меча и 4 навыка на ниндзюцу, и все это у меня просто простаивает. Надо что-то делать. Так, ну-ка. Хорошо. Что теперь мы можем? Теперь мы можем, находясь в нижней стойке, при ударе сделать кувырок дэш, то бишь, и это будет работать так же, как если бы я... Угу. Так же, как если бы я сделал вот это вот... Концентрацию ки, я тебя понял. Потом, мы можем в средней стойке сделать прием, который называется водопад. Это довольно интересная штука, мне, судя по демонстрации, должна выглядеть очень круто. Вот давай кого-нибудь спровоцируем на то, чтобы он на нас напал. Вот, допустим, ты. Давай, иди сюда. Так, подожди. Ты только не убей меня. Да, я кое-что попробую для начала. Ну-ка. Ой, тихо, это опасный удар. По идее, я должен смочь его перекинуть как-то. Через себя. Ну-ка, давай. Это вообще хорош. Очень неплохое парирование должно быть, как минимум. Зроза. Слушай, я пока сейчас это натренирую, я умру, я тебе говорю. Тихо. Или как минимум потрачу все свои зелья на это. Вот смотри. Тут есть такой интересный момент в персонализации навыков. Допустим, у нас есть средняя стойка, в которой я могу делать этот водопад. Получается, выглядит это должно примерно вот так. Вот. Парирует удар противника, отбрасывая его назад. То есть, что происходит? Противник меня бьет, и я его перекидываю. Если я тренирую этот навык, будет неплохо. При этом я могу его менять. Видишь, жнеца на водопад. Но у нас жнец есть в верхней стойке и есть в нижней стойке. Поэтому, по большому счету... Кстати, да, это вот еще один довольно серьезный наворот. Это когда ты можешь на разные стойки поставить разные приемы. Это просто... Это еще нужно запомнить, какие ты приемы тогда напихал. То есть, теперь представьте, что если я неделю играть не буду, я ж ни черта не вспомню потом. Ага. Ага. Так, для этого мне надо кое-что посерьезней. Потом, что мы сделаем? Смотри, мы сейчас поставим... Подожди, это надо там делать, твою дивизию. Нам, короче говоря, нужно на этот отдать и поставить другое. Ну-ка, подожди. Усиление. Да, вот смотри, у него есть усиление отрицательных эффектов яда, видишь? То есть, я правильно делал, что зачаровал его на яд. Потому что у него на 13% этот яд будет бить сильнее, я так понимаю. А я его сейчас зачаровываю на огонь, это не очень правильно. Но, тем не менее, ладно, мы сейчас надерем задницу Якаю. Потом разберемся с этим. Тихо. Угу. Так, силовая стойка. Как
Да я успел перейти в легкую, я же вроде бы не проводил комбинацию. Я перехожу в легкую стойку после того, как провожу комбинацию. Блин, ух, твою дивизию, как мне повезло сейчас. Нет! Тихо, родной. Отправляйся в мир духов. Мэнго, это, по-моему, да, это шлем. Из рога демона, кстати говоря, можно сделать себе как раз талисманы, которыми можно будет потом... зачаровывать вещи. То есть, чтобы не использовать ниндзюцу, можно будет просто из них делать талисманы себе определенные. То есть, что это значит? Это значит, что я, в принципе, могу тогда не тратиться на то, чтобы... Давай пока не будем здесь сидеть, потому что иначе все восстановятся, не хочу пока что. Давай пойдем поверху. Хотя ладно, нет, идем все-таки поверху. Это значит, что... Подожди, что... О, понятно. Говорю, что используя талисманы, в принципе, можно тогда не тратить очки на прокачивание той же магии, допустим. Мне, кстати говоря, нравится силовая атака Кусаригамы, но... Судя по всему, идея плохая была использовать одинаковые приемы в разных стойках. Мне нужно комбинировать это дело, причем очень активно. Я прошел поверху просто, чтобы этих товарищей, получается, избежать по большому счету, да? И дом. Я могу в этот дом попасть по низу? Или только поверху? Короче, я понял. По большому счету здесь ничего нету, можно было и по низу пройтись. Ладно, нам надо в этот дом. Вот обратите внимание, мы сейчас с вами ходим в легких доспехах. Наши ки вроде как, видишь, оно серьезно меньше тратится, вроде как при рывке о том же, да? И при этом бьют нас так же сильно, поэтому смысла в тяжелых доспехах я, честно говоря, пока что не вижу. Подожди, гинзи-нож. Разрублен, убийца-преступник. Я правильно понимаю, они преступниками называют тех, кто... Черт, у меня нет этой атаки. Они называют преступниками тех, кто сюда пришли... Сюда подошел. Придумал он стрелять. А, у нас же есть мушкет, надо уходить, кстати говоря. Водопад не работает. Пока не знаю, как его правильно применить. Это нужно какой-то дикий тайминг просчитать. А, у меня этой атаки тоже нету. Да твою дивизию. Средняя стойка мне нравится, но у меня на нее как-то маловато. Так, вор это... Это нам не подходит. У меня на нее как-то маловато комбинаций. Ну, знаешь, уже лучше. Так, подожди, у нас есть мушкет. Давай-ка попробуем. При этом он наносит, посмотри, он сильно круче, чем лук. Ну, и понятно, на самом деле. Но к луку, кстати говоря, сильно привыкли. Можно, кстати, вот этот ранг привычности как-то переносить в другое оружие, которое нам понравится больше, тоже у этой... у этого кузнеца вроде как. Ну давай попробуем. Сколько у нас патрон? У нас 5 таких и, кажется, 7 таких, да? А ну-ка. Получи. Хорош. Так, а ну. Да сделай ты. Я пытаюсь сделать вот эту комбинацию, ну, имеется в виду, когда он его будет, когда он попытается его разрубить, но она не всегда срабатывает, я пока не понимаю почему. Наверное, потому что он падает, а я его дергаю в этот момент. О, отлично. Погоди, в углу зажали, а это значит, что мы можем сделать? Можем сделать вот так. Ну, тут сразу все заблокировало. Сейчас. Да. Прекрасно. Короче говоря, все эти комбо, я прекрасно знаю, что если затягивать с игрой, я имею в виду,
горшочков. А, ну да, все правильно. Что если затягивать с игрой, допустим, не играть в нее долго, то все эти комбинации забываются. Это я еще по Кастельвании прекрасно знаю. Поэтому. Поэтому все. Больше никаких долгих промежутков. Ну его в баню. Так, у нас всего один эликсир. Я думаю, что этого хватит. Нам главное срез открыть, наверное, побыстрее, чтобы можно было быстрее ходить к этому. Слушай, давай-ка, наверное, по возможности. Смотри, видишь желтенький кружочек? Я полагаю, что это означает, что я его просто не смогу убить. Да? А вот это означает, что я его убиваю практически гарантированно. Но на самом деле, плохая идея. Тратить на них это все дело, потому что, наверное, потому что у нас этого не так много. Хотя по большей степени. Тихо. Нет, не так же жестко. Ой! Зараза! Смотри, с двумя мечами. Давай, удиви меня. Хорош! Смотри, сколько я у него отнял. Боже, это было просто потрясающе. Это был тот самый водопад. Просто тайминг я, видимо, плохой подбирал, да? Или, возможно, он работает только тогда, когда меня атакуют с какой-то определенной стойки. Черт его знает. Не зевай, скотина. Да добивает я его, господи. Я, кстати говоря, говорю, что вроде как люди тут не должны видеть ЮКФ, но похоже, тут все-таки немножко другие правила работают. Похоже, они все-таки видят ЮКФ, знают об их существовании, ну, судя по тому, что нам сказал. А дайте бензинден, возможно, имеется в виду. О, смотри, этот лучше, я имею в виду, чем тот, что у нас. Возможно, имеется в виду, что он лучше. Лучше того, что у нас было. А, нет, смотри, ого. Урон нижней стойки, пролом... Смотри, видишь пролом навыка? Там нарисован... ну, вот это вот, короче. Вот эта штучка, видишь, нарисована? Это значит, что это наследственный какой-то навык. То есть я имею в виду, что он, видимо, не меняется или будет переходить из этого оружия потом в другую, наверное. Я, честно говоря, вот не разобрался еще с этим. Я далеко еще с чем не разобрался здесь. И, честно вам сказать, не сильно лучше... А у этого Адати есть усиление отрицательных эффектов, плюс еще парирование, поэтому будем ходить пока что с нашим. Мне он нравится. Потом можно будет попробовать, наверное, наше Адати совместить с тем у кузнеца и посмотреть, что будет. Угу. Вот про это надо не забывать. Вот про это. Это очень важная штука. Как минимум, она нас усиливает. И помогает от мира ЕКФ. Короче, мне кажется, что все-таки здесь люди видят этих ЮКФ. Знают об их существовании. Так, ну-ка. Хотя бы тем, что вот тот незнакомец, которого мы встретили, который нас должен отвезти к главарю одной из фракций. Сюда подошел. Давай. Они когда медленно бьют, по идее, я тогда могу их поймать на водопад, но... А, вот он, смотри. Вот этот труп, который я не забрал в прошлый раз. Я видел, да, я видел на моменте монтажа, что тут был какой-то труп на крыше. Я за ним не вернулся. Но я уверен, что у него не выйдет ничего полезного на самом деле. Но забрать все равно надо. А, ну подожди, а я не смогу. Это нужно как-то там обходить, похоже, да? Тут нет такого, как прыжок, получается. Тут есть дэш, я, в принципе, могу попробовать к нему задышить. Страшно? Так, пока у него есть ки. Хорош. Господи, это потрясающая атака. Да, результат налицо, согласись. Но недооценивать их не стоит. Мне, кстати говоря, все вот эти вот японские штучки в плане
А, вот там я могу пройти, смотри. Я имею в виду, я вообще чувствую себя, я чувствую, что я очень, что мне вот эти японская, скажем так, духовность очень близка, не знаю. То есть, а, вот так вот надо было проходить, я тебя понял. Я имею в виду, что вот этот их путь меча, когда они посвящают свою жизнь этому делу. Тут были пули для мушкета, серьезно, мушкета-то у меня не было в тот момент. Может быть, это конкретно на этой миссии тут пули лежат. То есть я имею в виду, что чувство чести, чувство долга и тому подобного, то есть я испытываю примерно такую же, как японцы показывают в своих тех же фильмах, какие у них были самураи и тому подобное. То есть у меня примерно те же самые чувства, чувство справедливости, чувство долга, то есть я не знаю, что я считаю уже, что я с ними очень схож, потому что что-то лежит, а нет, это фонарь, да? Да. Наверное, поэтому мне эта игра нравится очень сильно, потому что здесь прям чувствую японский дух. Так, оно аккуратненько. В прошлый раз здесь был Якай, но сейчас здесь поселился в этот ублюдок. Нужно делать это с небольшой... С небольшим запасом по времени, да, чуть-чуть раньше. Я понял, все. Теперь я понял, как это работает. А-а-а, смотри. Это нам надо было идти, получается, не прямо в дом, а за дом. И тут, кстати говоря, открылось что-то новенькое. Иди сюда, тварь. Угу. Слушай, это очень... Это очень круто. Все. Я понял, как это работает. Ух, твою мать. Тихо. Вас очень много. Так, Адати, давай. А, погоди, а может быть... Не-не-не, у меня для Адати нету такого, как есть для Кусаригамы. Увы. Аккуратно. Не-не-не. Я, конечно, вижу, что ты довольно грозный воин, но... С Уильямом тебе не справиться. Класс. Очень нравится. Подожди, отдайте бензоден от синий, может быть, даже лучше нашего будет. Хотя бы чуть-чуть, ну-ка. Водный урон, отлично. Пролом средней стойки, но это получается, что это оно будет, у него будет перманентный этот урон. То есть я имею в виду, что оно влияние такое же. Ну, в принципе, парирование только хуже, но просто потому, что здесь есть, я имею в виду, у этого есть плюс к парированию, и все. В принципе, знаешь, что можно использовать вот это, да, мне нравится. Но теперь лучше всего будет, наверное, его затачивать на... На урон водой. Ну, чтобы как-то... Чтобы как-то навыки комбинировать, я имею в виду, стакались. Если у него есть водный урон, то надо, значит, ему добавить этого урона. Хотя, с другой стороны, почему надо добавить? Можно, в принципе... Попробовать скомбинировать элементальные атаки. То есть урон водой он наносит, плюс будет еще наносить урон. Плюс будет еще наносить урон, допустим, огнем или ядом тоже, как вариант, почему нет. Мы, кстати говоря, ходили сюда, тут должен быть тупик. Налево не было прохода. Если я выстрелю один раз, это собьет ему шлем. Второй раз я могу не попасть на то. Просто невероятно. Тихо. Опасная атака. Действительно опасная. Тихо, родной.
действительно опасная атака, но ее тоже можно заблокировать. Кстати говоря, я заметил, что мы можем блокировать... О, слушай, ну-ка. Что мы можем блокировать атаки боссов, я так полагаю. Так, погоди. Это тяжелая броня, я не знаю, будем, можно ли ее носить без особого штрафа, но она добавляет к жизни как минимум. У этого есть против яда, сила ниндзя увеличивается немножко, снижение наносимого сзади урона, она сзади по сути-то и не бьют. А вот эта штука дает нам как минимум к жизни, тоже против яда, кстати говоря, есть, ну не знаю. Вес экипировки получается будет 45%, в принципе, наверное, неплохо. Я так понимаю, что до 70% будет работать примерно одинаково. То есть ки будет тратиться абсолютно точно так же. Вот, судя по тому, как я сейчас дэшу, ничего не поменялось. Так что я думаю, что будем находиться в пределах 70%. Не обязательно это будет легкая броня, может быть, будет и тяжелая. Так, кроме прочего. Я могу? Да, я могу. Урон ближнего будет против ЮКФ, против мира ЮКФ, прочность живого оружия. Наверное, неплохо, да? Сопротивление скверни это будет. Но скверну мы сразу же убираем, на самом деле, как только она появляется. Или увеличит урон, наносимый монстром ЮКФ ближнего. И вот это вот неплохо. Дальше удачу повысить тоже будет хорошо. Удача, по большому счету, у нас на что обычно влияет? По идее, она должна влиять на поиск предметов, верно? Ага, это отдельная могила для Хирона Синиси. Пронзен убийца преступник. Ну давай. Удиви меня. Угу. Короче, смотри, как работает водопад, я понял. Получается, в момент, когда он меня пытается ударить, Я должен сделать водопад. Вот сейчас, да. Именно так. Что за твою мать? Ты серьезно? Охренеть. Что за читерство? Так, твоя магия в этот раз тебе не поможет. Понял? Не знаю, что ты сделал в прошлый раз, но я не собираюсь в этот раз падать в ту же пропасть. Тихо, тихо, тихо. Ну охренеть теперь. Так, аккуратно. Не сразу видно, когда... С копейщиками, серьезно, особая проблема возникает. Потому что у них атака немножко непредсказуемая. Тихо, 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 родной. Да твою мать, как ты бесишь. Я тоже могу на самом деле усиливаться в прыжке, я имею в виду в дэше, но для этого мне нужна другая стойка просто. Нет, проблема. Так, все, достал. Ну, враг серьезный на самом деле. Ну-ка, погоди. Ронин, да? Это среднего. Средняя броня, ну, в принципе... К сожалению, Ронина против пролома. Очень много всяких дополнительных штучек она дает. А ну-ка. Вот можно было бы одеть вот это вот. В принципе, защита выше. При этом что? При этом... Куча всяких дополнительных способностей, я имею в виду против земли, против паралича, тут же плюс еще к жизни дает. Хм. Наша что дает неограниченная ниндзюцу? 3%. Сомнительная штука на самом деле. И при этом мы вписываемся в предел. Но это то же самое, что мы носили на самом деле, только, ну, черт его знает. А ну давай попробуем насчет нашего ки. Вроде тратится примерно так же, да, то есть... Тратится примерно так же, при этом я не вижу, чтобы я сильно там как-то потерял в
в движениях. А ну-ка, давай пробуем еще вот что сделать. Сейчас пробуем одеть что-то очень тяжелое на голову. А мне ничего такого нету, а ну-ка. Давай тогда сюда. Вот, вот, отлично, а ну-ка. Смотри, а вот как раз, когда я перешагнул предел в 70%, я стал чувствовать себя явно более, более тяжелым. Сразу немножко поменялся бег, его перекаты стали более тяжелыми. Сразу смотри, сколько ки стало тратиться. Поэтому что мы делаем? Мы будем находиться только в пределах 70%. Все. Вот так это работает. Да, смотри, видишь, насколько серьезные ки? Насколько серьезнее ки стало менее тратиться, короче говоря. Так, ну понятно, хорошо. Наверное, еще ниже не имеет смысла одеваться. То есть будем одевать, может быть, тяжелую броню, но так, чтобы не выходить за пределы 70%. Надо немножко качать тяжеловесную броню, я полагаю. Иди сюда. Прекрасно. Если я сейчас зайду в дом, там сейчас опять их будет тьма. Так, а ну-ка, погоди, у меня есть идея. Чтобы сильно не шуметь, попробуем снести им головы с помощью лука. О, тихо. Только не кричи. Не привлекай внимания. Отлично. Подожди, знаток Кусаригамы, я же уже вроде бы получал это достижение. Странно. Сколько у меня стрел? У меня стрел практически нет. А если такой стрельнуть? Ой! Ах, твою мать! Зараза! Ты пожалеешь! Только зря стрелу потратил. Мне нравится Кусарик. Мне, на самом деле, отдать это уже довольно сильно. Нравится. Тихо. Та зараза. Уть! Прекрасно. Ненавижу копейщиков. У них атака немножко непредсказуемая. Эту атаку предсказать можно. Но когда он пытается меня просто ткнуть, это увидеть уже проблематичнее. О, кстати, я тут недавно, знаете, что посмотрел? Я недавно посмотрел, ну, точнее, мне показали, если быть точным, геймплей новой игрушки от этой Bandai Namco. От разработчиков Dark Souls, который называется Cadway. На самом деле, недалеко не секрет, что они разрабатывают кое-что новое. Но, честно вам сказать... Получи. Новичок в их искусствах, отлично. Но, честно вам сказать, у меня сложилось, когда я посмотрел геймплей, трейлер был неплохой. Мне, правда, не очень понравилось, что они показывали крупным планом лица. И при этом там все равно не было анимации разговоров. Я там понимаю, что в Dark Souls это не надо было, потому что не было крупных планов. Но, елки-палки, если они здесь решили сделать крупный план, то можно было бы уже как-то раскошелиться на анимацию. Движение губ, а не только чтобы как он у... Этого Андрей, кажется, его звали, да, Dark Souls, чтобы только у него была анимация. Короче, так, там я видел монетки, я их поднял, нет? Короче говоря, посмотрел еще геймплей, точнее, мне его показали, и у меня сложилось стойкое ощущение того, что я посмотрел очередной трейлер Ассасина, к сожалению. Дело в том, что... Я думал, что они будут разрабатывать что-то совсем новое, а они, получается, делают... Отлично. А, еще отличней. Прекрасно. Вроде неплохой лук. Короче, думал, что они разрабатывают что-то совсем новое, а это выглядело просто как тот же Dark Souls, только... Только, грубо говоря, с другим внешним видом, что ли.
И вот этот момент мне понравился. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что там анимация была такая же. Анимация движений персонажа, анимация лечения. То есть, он даже бедрами крутил так же, как это было в Dark Souls. То есть, я, конечно, понимаю, что у них есть уже наработки, но я думал, что они как-то что-то совсем по-новому будут делать. А это выглядело просто как тот же Dark Souls, только в другой обертке небольшой. Потому что, вот, например, мне нравится, как сделали Нио. То есть, с механикой Dark Souls'а, но при этом игра другая, совершенно, то есть все другое. The Surge тот же, ту же механика Dark Souls'а, и при этом ощущается совсем по-другому. А когда я посмотрел Code Vein, сложилось столько ощущений, что мне показывают Dark Souls, только с другими персонажами. Тихо. Не, когда они так долго машут своей колотушкой, я успеваю увидеть этот момент. Так, а ну погоди. Дай-ка посмотреть. Я эту выбил? Нет. Наверное, вот эту, да? Она все равно хуже, чем то, что есть у нас. Я не знаю, почему там пишется, что она вроде как с лучшим множителем атаки, но, по-моему, она хуже. Так, подожди, разрублен тоже? Динбэй любезный. Давай. Так давай, пожалуйста, не так, как твой товарищ. Опять копейщик, да ты издеваешься. Зараза, а что ты сыром срал? Так, подожди, у меня против таких есть как раз Одати. Одати было когда-то такое оружие у японцев тоже. Это не Одати, немножко другое, похоже. Спутать можно. Огромный тоже вот такой вот меч. Он служил для того, чтобы прорубать ряды копейщиков как раз, чтобы можно было одним таким ударом все перерубить шатям собачьим. О, тварь. Так что я считаю, что дать против копейщика должно сработать как надо. Так, а теперь давай тихонечко. Из-за спины. Как мы любим. Иди сюда. Хорош. Смотри, какой он большой. Давай, дух бесплотный, покажи ему. Угу. Нет! Я хотел его добить красиво! Но придется просто оторвать ему голову. И все, это все дополнительное задание было, да? Понятно. То есть, по большому счету, дополнительное задание выглядит как-то вот так. То есть, я просто иду и убиваю какого-нибудь главаря за награду. Наверное, не имеет смысла дальше вам такие задания показывать, да? Хотя, если вы хотите видеть, вы мне скажите, конечно. Но я считаю, что это не совсем то, что стоит показывать. Я их все равно буду делать, то есть не делать я их не смогу, я их хочу выполнить. Но показывать их, наверное, я не буду. Тем не менее, давай-ка возвращаться назад. Угу. Ты прекрасно справился. Местные жители ликуют. На них в последнее время свалилась череда бедствий. Будем надеяться, что бандиты были последним их испытанием. Вот смотри, я получил... как минимум, я получил волосок. Волосок это хорошо, потому что он даст нам навык. То есть есть смысл выполнять эти задания. К тому же мне вам дали еще монетки, амриту. Ну, монетки я не знаю. Монеток, честно говоря, попой. Кстати, говорят, что он... Секундочку, что один из двух? А, я понял, одно из двух заданий. Нужно еще сюда вернуться и найти оставшихся трех кодома где-то. Короче говоря, дел у нас на самом деле довольно много. Угу. А здесь сколько кодома? Здесь 8. Говорят, что
игру немножко, когда релизнули, ее немножко казуалили в том плане, что убрали элемент ломающихся вещей и тому подобное. И я на самом деле могу с ним согласиться, если бы у нас были. Если бы у нас вещи ломались, так как, допустим, было это в первом Дарке, это было бы реально геморруйно. Потому что там было такое, что они могли сломаться в момент сражения с боссом. Я думаю, что здесь было бы примерно. Если бы здесь было бы примерно так же, было бы круто. Слушай, я не могу понять, это 225 всего кодома, или это 225 конкретно на этой локации? Должно быть. Наверное, всего, да? Потому что здесь написано 0 из 8, а здесь почему-то написано 6 из 225. Ну хорошо, ладно, я думаю, что я еще раз пройдусь по вот этому зданию здесь, заберу кодома, а потом в следующей серии мы отправимся уже на основное здание. Пока что дополнительных больше не осталось, поэтому все, что можем сделать, отправиться сюда. А на самом деле можем еще отправиться вот сюда, в зловещую пещеру, она сложная, 20 уровня, но в принципе мы тоже уже примерно этого же уровня, я думаю, что будет самое то. Чтобы именно нам дали просраться, надо сходить на такое здание, чтобы нас убивали не вот этим колдунством баганым, когда мы проваливаемся через землю, а чтобы именно дали просраться своими мечами. Хорошо, ладно, я думаю, что на этом мы закончим и уже отправимся дальше в следующей серии. Ладно, я надеюсь, что вам понравилось, и все. Всем пока! Удачи!